Там идет. Господа! Приветики, господа! Сегодня я буду играть в Фредди на инфанте продолжать. Ну, со мной сегодня играет подписчица, она написала что-то, а я... И кто-то со мной хочет побавиться. Что это она? Но я буду снимать ее, конечно же. Потому что я же вам обещала, что буду снимать. Офигеть. Сейчас мы просто начали, и я не могла просто не снять, потому что... Было очень много времени достать видео, и у меня получилось печка. Господа, Казуна это очень моё самое любимое место. Казуна, Фредди Хаус, ремейк, я это запомнила. Карты, мы играем на карты. Опа! Куда, кстати, я Сильверную модельку анимацию про Сильверы. Вот теперь, вот видите. Я буду постоянно на этой сетке, чтобы вы меня узнавали потом. И ко мне приходили. На колени девочки, блин. Вдруг это моя подписчица. Привет, кстати. Что это она, с этой комплей. Ну, привет, если ты меня узнала. Я писал, что это она, блин. Мои. Я вас люблю за это, что вы приходите ко мне в гости на чаечек на Фредди на инфанте. Знаете, почему я похожа на... больше на... Вы знаете, на кого похожа? На Сильвера, потому что я показываю вот это все паки, там, на своей семье. Офигеть. Красиво, блин, получилось. Теперь кто-то там выиграл. Теперь давай-ка я посмотрю. Раунд я держала на эту победу, но давай-ка я выберу очень такую-то крутую песню, так что не подглядывать Казуна, конечно же. Казуна, моя самая-самая любимая музыка, это Казуна. И, конечно же, все песни Фредди на инфанте, мои самые любимые песни. Так, теперь давай-ка, давай. И я обожаю Roblox и Фредди на инфанте, потому что это одна и та же игра. Казума, конечно. Я ведь какую-то фигню чешечину выставляю. Это лихотня. Сейчас я пойду. Зарядился мой телефон, наверное, я надеюсь, что это хаски кет. Давай, нажимай. Давай, молодец. Ну, просто не спешить. Что ты ко мне камеру? Он знает, что я снимаю, хочет мне помешать съемки. О, шум с камеры, молодец. Офигеть, молодец, когда я похлопаю ей. Она сама батлится, и она очень молодец, идет очень хорошо. Молодец. Давай, ты справишься, что ты там сиди там за ним. А! Молодец, ты будешь обижать по мне победу, потому что... На харде я взяла, чтобы... Подписчикам будет сложно, так что играйте со мной, пожалуйста, на харде, чтобы было все по-честному.
Заводи его, блин. Руф. В оригинале этого не было, но мне очень нравится ремейк. Он очень такой стильный, понимаете? Чтобы играть эти песни, блин. Ремейк, блин. Очень хорошо. Господа, вы сериал, кстати, сериал скоро откроется, так что не пропустите. На хабе. Все, да. Пусть я доберу на хабе, чтобы моим подписчикам было сложно. Обиделись. Молодец. Молодец, что ты сунул бат, еще на какая-то хаски. Смотри, там идет? Да, идет. Молодец. Господа, хорошо. Желаю вам всем приятного просмотра и приятного вам аппетита и хорошего. Желаю вам всем хорошего настроения и хорошего вам дня. Пока. Еще давай разочек, давай один разочек сыграем, я буду в одиночку играть, молодец. Так, теперь что мне выбрать? Давай-ка я выберу, конечно же, на харде. На харде мы будем постоянно эти ремейки. Выбирая опять ремейки, выбирая эту музыку и, короче, не вон потом. А мы-ка потом, потому что если наберется очень много лайков по этим видео, тогда можно будет ремейк. Что нажимаем? Я нажала на какую-то ерунду, я хотела ее на плащ. На татабе, блин, напоминает, блин. Сюда, пишите свои ники в комментариях или ставьте просто лайк, если у вас есть ник в Роблоксе или в Фрэнденный Фанк, я бы с вами попадалась. Если это моя подписчица, то привет. А просто приездила, не очень красиво сделала. Ну, выбирай, душа. Нажимай, девочка. Я играю в Фрэнденный Фанк. Господа, я, кстати, играю в обычный Фрэнденный Фанк, но необычный. Господа, я, кстати, играю в обычный Фрэнденный Фанк, но необычный в Роблоксе. Очень хороший вкус или нет, или же нет. Господа, победить меня в раз два для очень плохо получается. Конечно. Если это был бы вместо профи, то он точно бы его замочила.
получалось у нас с подписчиками. Но если она меня спалила, тогда да какой-то ей сложно. Давай, выбирай на я. Я сейчас тебе включу какую-то сложную. Получается, что я с подписчиками только в другом выборе. Розыки, релаки, рам, да, короче, вот это я так Мэйна не буду включать, потому что вдруг моя подписчица не поймет, что надо с ними это сделать, тогда. Тогда я включу последний раунд. Это пока есть третий раунд, а четвертый это финал. Там еще хорошо. Сейчас буду с тобой, буду решающий раунд, так что приготовьте свои ремни, а то будет рум сейчас вам бошку вынуло. Я буду решать, кто победил. Если я выиграю, то тогда... Вы мне даете свои робаксы, просто делайте робаксы вместе. Это будет поделить. И не сегодня. Ну, она молодец, она не отключает, но крепкий, пока мы... Там мы сегодня не обрежем. Обязательно, это аллофон. Раунд, так что бери свой микрофон. 10 баллов. Давай, молодец, бери микрофон. Сейчас будет решающий раунд. Так что, конечно же, я покупаю это. Так что ничего не включай, девочка. Мы с тобой поправим, только я выбираю. А ты просто смотри и стой, как надо выбирать. Только, пожалуйста, какую-то ерунду мне не включи. Я включаю не ерунду, я включаю то, что вам нужно. 3, 2, 1. Вот, молодец. Молодец, давай. Так, решающий раунд. Кто же победит? Если я победил 3 раза, тогда я победил. Решающий раунд. Что ты делаешь? Я буду, потому что у меня больше, чем у нее, блин. Девочка, мне тебя реально жалко. Я решу решающий раунд, так что бери микрофон. Это последний раунд, так что я уверена, что я выиграю. И на меня даст все свои робоксы, и робоксы я лежу. Это не просто... Я просто... Когда я себя выиграю, то тогда у меня просто будут друзья. За рубаксы будет, короче, сражение. Если я
ляпаю, тогда вырываю. Буду решать, кто же выиграл. Она написала Сильвера Тарновка. А кто же выиграл? Я сейчас буду решать. Я сейчас буду решать, девочка. Может, ты выиграла или же я сейчас? Я должна просто посмотреть. 20 у нас баллов и... Я одержала, у нас пока есть две победы, одержала пока есть победа над песней, это, короче, я, короче, выбираю очень сложно, видите, это пока есть не решаешь раунд, господа, пока есть, теперь давай-ка я включу эту песню, чтобы ей бы точно было бы сложно, так что, опа, пико, блин, опа, это решающий раунд, подписчиками, блин. Он меня стреляет, что? Если я выиграю опять, то тогда... Всё, блин. Если мои подписчики, то тогда... Я сейчас, когда соединяю, сама выключила пару пар. Девочка. Так, и кто же выиграл, я должна посмотреть. Если я опять, то тогда я просто тебя добавляю, друзья, и все. Я уверена, что я выиграла. А, нет. Ну, это ничего страшного, я выберу другую песню, и тогда точно все будут просто импостер. Давай какой-то импостер, только... Вити. Давай какую-то песню. Я включу Вити, потому что Вити такой. О, что это? Ладно. Меня выигрывают, блин. Очень нечестно. Это был ближайший раунд, но нет, 5 раундов. Это пока мисс 4. А решающий раунд, когда он сам будет выбирать. Да я написал не такой, что там наделала, блин, и сломала мне игру.
есть это я должна была выбрать, а не он. Спасибо, что ты меня эту песню нашел. Теперь так-то я найду, кого же выбрать. Так, сейчас выберу кого-то. А, получается, он одержал передо мной опять победу, но это ничего не решает, потому что давай какую-то песню, да, как вот батл ремейк, да, как батл ремейк, да, как на хард я переключу, чтобы ему было, моему подписчику, еще сложнее, если эта песня получится. Не зарабатываться или просто. Если я выиграю, тогда будем вечно будем тоже засидеть. Шестой раунд будет быть решающий точно. Господа, он просто ушел. Ну ладно, господа, буду играть в одиночку, буду с вами прощаться. И кто же выиграл? Господа, я одержала победу, теперь у меня очень много, теперь это решающий раунд. Я сама за себя буду драться, так что давай вот это раунд, блин. Да как какой-то мне, да, какой-то несложный, да, какой-то... Так-ка на газоне попрощаемся, господа, так-ка на нормале попрощаемся с вами. Господа, если вам понравилось это видео, ставьте пальчики вверх, подписывайтесь на канал. И, конечно же, ставьте дизлайки и оставляйте комментарии, на колокольчик нажмите и поставьте обязательно дизлайк. Ну, всем бай-бай. Бай-бай.